В городе готовится к проведению окружного чемпионата по самбо. Турнир посвятят Дню Героев Отечества и памяти сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, погибших при освобождении заложников в городе Беслан. Соревнования состоятся в Центре спорта «Муравленко». Помимо наших спортсменов, в состязаниях будут участвовать сборные из 8 городов – Тюмени, Сургута, Когалыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Пурпе, Таркасале и города Корсаков Сахалинской области. В первый день состязаний бороться за место на пьедестале почета будут самбисты в легком весе. Затем на ковер выйдут тяжеловесы. Чемпионат пройдет 7 и 8 декабря.